Hi guys, welcome back to Gundry's Blagadag Reaction. For this video reaction, let's go to our favorite country, Russia. So, spasiba and prevet to all of you guys. And how are you all? Mabuhay po tayong lahat. And the title of this video that we need to do some reaction for today is Bad Putin. There is a Russian translation and this is our 6 comments about the foreigners video reaction. I'm so excited with it, you guys, because when the foreigners commenting about a Russian, especially to Putin, especially to the video that he saw in Russia, and sometimes it's true, sometimes it's like funny with humorous way, and I'm so excited to watch and listen to this one, guys. And I hope you enjoyed also watching with this one. And credit to the owner also with the video to tablet memory. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video, which is our favorite like content creator. He has the best like video that we always do some reaction. Imagine this is our 6th video reaction of the comments about the foreigners to Russia. And if you're new to my channel, just click on subscribe button. Click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian video that you can suggest, drop it in the comment section. I would love to read and respond to you all and make your video request. Let's get to it, guys. Enjoy, and I really want to listen with you and hear with you at the comment section what are your thoughts with regards to this video. Please turn on the CC down there so that you can read also. Wow. Thank you so much for this video. Друзья, это русский перевод видео об ужасном Путине с американо-британского канала Bloomberg. Поэтому я, скажем так, не беру ответственность за то, что они там налепили. Смотрим. Когда люди думают о Владимире Путине, первое, о чем они думают, заглавное «В» — власть. И это как раз то мнение, которое он о себе создает. Физические упражнения, стрельба из разного оружия, вождение разных видов транспорта в стиле Джеймса Бонда, заваливание своих оппонентов приемами дзюдо и, конечно же, политическая власть, управление страной своим железным кулаком, уничтожение политической оппозиции, или, как совсем недавно, вторжение в выборы других стран ради своей выгоды. Вот как Владимир Путин прошел путь от бедного, но жесткого парнишки в Ленинграде до шпионского офицера КГБ. Владимир Владимирович Путин был рожден в 1952 году в Ленинграде, который теперь называется Санкт-Петербург. Его отец был фабричным мастером, а мать домохозяйкой. Широко распространено мнение, что общеизвестный жесткий характер Путина он получил еще в юношестве, из-за того, что он вступал в драки, когда был моложе, что вызвало у него желание заняться дзюдо. Получив юридическое образование в Ленинградском государственном университете, Путин поступил во внешнюю разведку. Он проработал 16 лет в КГБ. Когда Путин вернулся в Россию, он начал свою политическую карьеру. Леонид Бершинский, Bloomberg. Он начал работать на Анатолия Собчака, который в то время был мэром Санкт-Петербурга. Это Леонид Бершинский. Я пишу колонки в Bloomberg View. Путин просто процветал в администрации Собчака, потому что в то время его считали довольно-таки эффективным городским чиновником. Он был очень уверен Собчаку. Настолько уверен и эффективен, что его заметили в близком кругу Ельцина. И вскоре эти люди привезли Путина в Москву для работы в администрации Ельцина, где он очень быстро поднялся по политической лестнице. Потом его, конечно же, повысили до премьер-министра России, это Дмитрий Тренин, директор московского центра Карнеги. Примерно в это же время и люди, которые его окружали, так называемая семья, решили, что Путин станет преемником Ельцина. А потом случилось это. В трех городах России были взорваны дома, погибло 293 человека. Были больше тысяч человек. Путин немедленно обвинил в этом чеченских сепаратистах, а потом начал действовать. Right. Ему поручили задачу, он провел довольно успешную военную кампанию против террористов. И это сработало. И после этого он стал очевидным преемником Ельцина в глазах русского народа. Через 3 месяца Ельцин подал в отставку. И когда он уезжал, вот что произошло. Ельцин садился в машину, Ельцин resigned, because he wants Putin to be адресованные Путину, in the possession, to be in the chair. Так что Путин занял пост президента, а через 3 месяца победил на своих первых выборах. Wow.
because he trusts. Но только потому, что Путин выиграл президентскую гонку, это не означало, что он обладает всей властью. Это Майкл Макфол. Я был послом США в России с 2012 по 2014 год. В 90-х годах была просто распродажа всего, что можно было продать в России. И некоторые люди, олигархи, воспользовались этим лучше, чем остальные, при этом, скажем так, пожаре, который иногда называют приватизацией. И эти люди, как правило, имели хорошие связи с режимом Ельцина. И они были друзьями Путина. Но они, видимо, просчитались, думая, что могут легко найти способ повлиять на него. Это стало практически невозможно с самого начала. И с этого момента это была война между Путиным и олигархами. Вот тогда Путин дал олигархам выбор. По-моему, некоторым из этих людей из 90-х удалось найти способ иметь дело с Путиным, и они выжили. А другие не нашли общее видение с ним, и поэтому они потеряли свои активы. Ходорковский когда-то был самым богатым человеком в России с состоянием в 15 миллиардов долларов. Но он столкнулся с президентом Путиным и провел 10 лет в тюрьме. С консолидацией внутренней власти Путин сосредоточился на восстановлении глобального влияния России. Путин — это парень, который верит в экспансионистское российское государство. И он думает, что и Украина, и Грузия, и все остальные советские республики, которые откололись при развале СССР, он до сих пор верит, что они должны быть традиционными союзниками России. То есть большая часть его стратегии заключается в том, чтобы держать эти страны на своей орбите. Вот Ельцин ему сказал: заботься о России хорошо. И вот так он это понял. И он использовал аннексию и вторжение, а также нефть, газ и торговлю, чтобы сохранить постсоветское пространство в зоне влияния России. В 2008 году два срока Путина истекли, и он решил уйти с поста президента. На его место был избран Дмитрий Медведев. Путин вернулся к креслу премьер-министра, но на самом деле Путин никогда не уходил. Он продолжал управлять страной, а Медведев был чем-то вроде подставного лица. Фактически был период сотрудничества между Россией и США, который принес пользу странам во время президентства Медведева. Это было потому, что у Медведева не было такого негативного отношения к Западу, как у Путина. Но когда Путин вернулся, чтобы баллотироваться на третий срок, в преддверии выборов 2012 года широко распространено мнение о том, что и президентские и парламентские выборы были сфальсифицированы, и россияне вышли на улицы. А Путин почему-то возложил вину за протесты прямо на Америку, а точнее на госсекретаря Хиллари Клинтон. Он считает, что она послала, как он сказал, сигнал демонстрантам. И тем не менее, Путин выиграл с огромным перевесом. И как только вернулся в Кремль, он сразу разбил все протестные настроения. В течение следующих лет российская экономика рухнула. Путин аннексировал Крым, что привело к санкциям. Цена на нефть резко упала, рубль достигнула минимума. Америка решила понизить российское влияние, а Обама назвал Россию региональная держава. Несмотря на это, почему-то рейтинг Путина оставался на высочайшем уровне. И тогда у Путина появилась возможность отомстить. Я думаю, что мы нормально поладим с Владимиром Путиным. В 2016 году был один кандидат, который назвал Владимира Путина очень умным. Трамп почему-то проявил терпимость к действиям Путина по аннексии Крыма. И у него были аналогичные взгляды на НАТО и санкции. А вот госсекретарь Клинтон не поддержала ни одну из этих точек зрения. Даже несмотря на то, что Путин отрицает все нарушения по влиянию на выборы, США обвинила Россию в утечке 20 тысяч электронных писем Демократического национального комитета, которые, как говорят многие, помогли Трампу победить Хиллари Клинтон на президентских выборах. И из-за этого остается возможность для Путина до 2024 года оставаться президентом и позиционировать Россию как мировую супердержаву. И это так, как он всегда предполагал и должно быть. Да, друзья, а сейчас почитаем комментарии иностранцев под этим видео. Первый комментарий. Так он плохой, потому что он спас свою страну, да? Следующий. Да каждая страна хотела бы такого лидера, как Владимир Путин. Дальше. А если бы он был плохим президентом для России, то западные СМИ его показывали как самого лучшего политика в мире. Да, и друга всего коллектива Запада. Следующий. Человек спрашивает, как сказать Чак Норрис по-русски? Второй отвечает: Владимир Путин. Следующий. Да США и Великобритания просто завидуют, потому что он босс. Дальше. Да он самый четкий лидер, и вы не можете этого отрицать. Следующий. Мой друг Путин — символ мировой мудрости и умности. Господи боже. Дальше. Путин делал то, что он обязан был делать. Он не может позволить поставить страну в ту позицию, которая приведет ее к хаосу. Дальше. Спасибо тебе.
тебе президент Путин за то, что победил ИГИЛ и Аль-Каиду в Сирии. Дальше Путин шикарный, все это знают. Следующий, серьезно, Блумберг, это пропаганда. Путин был шикарный пока. Так, ребят, давайте поищем негативные комментарии, а то что-то все слишком сладко. Первый, эй, Путин, ты можешь, пожалуйста, постоять за индийские выборы в следующий раз? Ты нужен нам здесь. Так, следующий, если бы не Путин, США имели бы марионетку в России, как они делали со многими другими странами. Дальше, Россия не региональная держава, она глобальная. Следующий, так что это видео говорит, что его повысили, потому что он был такой верный тому человеку, на которого он первоначально работал. А может кто-то показать, как он проявлял эту верность конкретно? У кого-нибудь есть конкретные доказательства его верности? Ну, друзья, можно это считать за негативный комментарий. Друзья, и это видео подходит к концу. Завтра на канале появится новая из комментариев. Также хочу поблагодарить тех, кто недавно поддержал канал. Во-первых, кто-то поддержал канал без сообщения, непонятно кто это. Огромное вам спасибо. Также большая благодарность Юлии Валерьевне, Ивану Николаевичу, Алексею Александровичу, Нелли Александровне, Ольге Алексеевне. Благодарен Денису Михайловичу, спасибо огромное. А также Василию Владимировичу, Наталье Викторовне, Данилу Рафаэлевичу, Роману Александровичу, который прислал поддержку сообщением «Рязань в деле». Брат, Рязани, привет. Также очень благодарен Виолетте Петровне, которая прислала поддержку сообщения поклон с Камчатки. Камчатка, огромный привет. Прошлое видео было про вас. Также спасибо Светлане Александровне, Елене Алексеевне, Александру Сергеевичу, Алексею Владимировичу, который прислал поддержку сообщением. I think he did shout out. 24 Рус, спасибо за вашу работу. А вам спасибо за то, что вы с нами. Также спасибо кому-то, кто прислал поддержку сообщением. Я присмотрю за тем парнем 6 рублей 66 копеек, который следит за тобой. Crazy, amazing, beautiful. The scenery of Russia. My God. Огромное вам спасибо, друзья, за поддержку. Это действительно важно, чтобы мы могли делать много новых интересных видео для вас. И на сегодня это все. Берегите себя. Всего вам самого доброго и до завтра. Like the mountain range. Goodness. Seeing this greenery, seeing this. Oh my God. Oh, the zigzag. It's like the snake road. Oh my God, that was very, very interesting. And I need a lot of to talk with this video, guys, because I was get interested. And credit to the owner also with the original video, by the way, to Blumenberg Quick Take. So if you want to check with that one, it's in the description, because he's speaking in English. If, to those people who are non-Russian, want to see the full video with an English translation or English words with it, go to Blumenberg. I put on the description box below, guys, because this is the owner of the original video. I choose tablet memory, guys, because he's speaking in Russian and there is a Russian translation so that our Russian viewers can understand also. Back to the video, guys. When Putin was elected, or just Putin with Yeltsin, point with Putin to be in the possession, to rule Russia, because he believed also the capability of Putin's to be being as a president to handle the country. And I believe in that. And when someone can go up, someone will pull you down. Someone will like putting you in a bad position, that you're doing this, you're doing that. Even other president of the country that telling you that you're a bad president, you're not like in a possession. But you know yourself, you know, some people, majority of the Russian people, Russian citizen knows how Putin handled and cared in terms of like the economy and then the industry in the country, in Russia. And that's amazing. And I believe, because Putin, a lot of newspaper, positive feedback, the way how he handled, the way everything, from the military, of course, from the army, from the navy, and their weaponry, and everything with Putin, it's so good. And I believe with this president, and the comments of those people, of those foreigners, sometimes some funny, sometimes are true. Those are the positive feedback about the way how Putin being a president in Russia, and that's very, very interesting. And I love it, guys. I enjoyed watching with this one, and I hope you too, because I learned something from it. My goodness, I really want to know more about Russia, and I really want to hear also with you the comment section, what are your thoughts with regards to this
video. And if you enjoy this video, guys, and if you really do, and if you really want to connect also and watch this video, put in the description box below so that you can watch the full video and support also with the owner of the video. And if you enjoy this video, guys, just give a massive thumbs up. Like and share and subscribe also with my channel. This is Junris Blagadag React saying stay humble, stay positive. If you want to connect, my social media account is in here, guys. And I really want you to connect also with my Korean actors all the way from Germany, Sony Reacts, and all the way from India, Karachi Reaction. Connect with them and show some love. Thank you so much. Spasiba to all our Russian friends. God bless everyone. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat. And see you in my next video reaction.